А я сейчас вам хочу прочитать стихи, которые зашли в Фейсбуке. Все мои интеллектуальные друзья, они мне прям в один голос говорят, что вот Инстаграм ваш — это вообще пошлое место, там заходят какие-то пошлости, а вот Фейсбук — это место интеллектуальной элиты. Поэтому у меня там ничего не заходило, я просто не писала о политике и ничего интеллектуального. Но однажды зашло одно произведение, я хочу вам его прочитать. Я думаю, что, наверное, интеллектуальное раз зашло. И, наверное, о политике. Но мне нужны добрые глаза в зале. Можно у вас добрые глаза? Как вас зовут? Алла? Анна. Анна, можно вы будете Люся на 1-0? Я вам книжку подарю. Андрей! Это мой любимый день, когда за все можно расплатиться книжкой. Спасибо, дорогая Анна. Мы ее специально для вас подготовили. Ой, такое сложное произведение, глубокое. Много человеческих черт затронуто. Сейчас, одну секунду, я вам его прочитаю. Люсь, ты не спишь, и я не сплю. Ты помнишь Волкова и Илью? Не отключайся, я налью, и снова здесь я. Он пригласил меня домой, сказал, что угостит домой, хинкали, пхали, чехотной. В субботу в 10 я собиралась 5 часов. Я так накрасила лицо, ну прям Василий Васнецов, царевна леблять. Надела лучшие трусы, потом вообще сняла трусы. По гороскопу я весы. Меня колеблет. Я постоянно колеблюсь. Но я же не в кого влюблюсь. Я ж осчастливлю, правда, Люсь. Я ж мать Тереза. Короче, я к нему пришла. Мы оказались у стола. Я и голодную бы дала. И даже трезвый. Но вину подавать нельзя. Пусть мужики тормозят, но им необходимо взять тебя красиво. Он стал обхаживать меня. Гляжу, запуска не брехня, аутентичная стрипня, как и просила. Сацы пхали сыркоса, трех разных видов колбаса, трех разных видов соуса и пиво козел. Ну, думаю, ядрен батон, все отработаю потом. Хотя с набитым животом в лежачей позе. И говорю ему, Илья, я, между прочим, без белья, горячему готова я, вы ж намекали. Он Люся прямо под скачину, зажег для красной свечи, засуетился у печи, сварил хинкали. Ты, говорит, их навкуси, а весь бульончик отсоси. И свет на кухне погасил, а после ешь их. А я вот чувствую сосну, и тут же перейду ко сну. И однозначно не блесну талантом гейши. Но неудобно отказать. А вдруг он моей мамы взят? Насильно, Люсь, я съела 5. И хачапури. Попутно съела весь мейкап, да пофиг раз, такой пикап, что главный соблазнитель баб в сторонке курит. Плюс ты не спишь, и я не сплю. 3 раза постучи и сплю. Я Люся этого Илью. Забуду завтра, не раздеваюсь, на спине спала и видела во сне, как этот гад готовил мне шикарный завтрак. Как